Привет, народ Ютуба. Посылочка небольшая. Ну, не в смысле размера, а в смысле покупки. 2,27 заценили. Это у нас коаксиальный кабель, одна штука. Ну и там с краев должно быть два штекера. Вот так оно пакуется, в общем. К чему я это? В принципе, тут и показывать-то нечего. Но все-таки, значит... Вот этот разъем, точнее штекера, да, они дешевле вот в таком состоянии. То есть у меня уже получается коаксиальный кабель, два папы по краям. Вот, и дешевле обходится, нежели вот взять по отдельности, а потом все это дело, скажем так, сочинять. Ну тут полметра кабеля, немного, конечно. Ну, допустим, от радиостанции и к СВ-метру подключить и настроить антенну, в принципе, этого достаточно будет. Вот, поэтому, как бы, когда что-то хотите приобрести, не спешите покупать, а постарайтесь все-таки поискать. Кто ищет, тот всегда найдет, естественно. Вот, и можно найти довольно-таки неплохие варианты. В общем, ну, если мне это понадобится, я думаю, проблем не будет. Тут все это дело снимается, и можно переделать все это туда, куда вам надо, скажем так. В общем, ну, я уже эксплуатирую, ну, около года вот подобные разъемы китайские. Они, в общем-то, нормально себя ведут. Пока еще ни один не сломался, не подвел. Видите, тут можно спаять, в общем-то, без проблем. Ну, что еще сказать? Спасибо всем за просмотр, ваши лайки, комментарии, подписываемся на канал и до новых видео. Всем пока.